В День народного единства по всей стране прошли митинги, шествия и концерты. В Рассказово в киноконцертном зале «Смена» вокальные и хореографические коллективы прославляли в своих выступлениях силу русского народа и историю побед нашей страны. Праздник народного единства отмечают в России с 2005 года. В этот день вспоминают подвиг Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, объединивших русский народ и в 1612 году изгнавших из страны польских оккупантов. В песнях и стихах, звучавших со сцены киноконцертного зала «Смена», слышится гордость за Россию и вера в силу и единство народов, населяющих ее. Это действительно общенародный праздник, потому что Россия всегда была многоукладной, многоконфессиональной, многонациональным государством. И благодаря только объединению всех наций, всех народов, она всегда выстояла в самые трудные времена. Начиная с смутное время, когда Минин и Пожарский, объединив все народы нашей великой России, смогли изгнать польских захватчиков и создать мощное государство, которое многие века было основой и оплотом для всех народов, проживающих на территории России.